Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как запустить свой TeamSpeak серию на VDS, используя операционную систему либо Oracle Linux, например, также Red Hat и CentOS, или Ubuntu. Я тут себе сделал небольшую шпаргалку, ее я могу вам оставить. Также по этой ссылке она будет в описании. Можно просто по нее перейти, по ней, точнее, и подключиться, и все будет хорошо. Вот. Предполагается, что у вас уже есть либо на AWS, либо на Oracle, либо еще на каком-то VDS хостинге. ВДС. Вот, что вы его уже имеете. Я, ну, может, расскажу, но могу в отдельных видео о том, как, собственно, ВДС создать на Oracle. В общем, я буду работать с этим. Тут я даже пометки сделал, что вообще под каждый, почти, вот, кроме этих последних пунктов, под операционной системой я буду работать с Oracle Linux, опять-таки это может прийти под CentOS, под Red Hat. И поэтому, вот, если вы работаете с Ubuntu, то я вот нашел максимум это. Может, у вас получится больше. В общем, нашли через SSH. Для начала создаем нового пользователя. Мы переходим в root. Добавляем пользователя. Так, юзер. И переходим в домашнюю директорию этого пользователя. Так, мы в ней. Все. Уже многое, что мы сделали. Так, теперь переходим на сайт. Здесь берем последнюю версию. И вместо вер пишем версию. Ну, лучше сразу, чтобы потом было удобнее. Первое скачиваем через багет. Ой. Так. Я уж думал, что неправильно. Оказывается, все правильно. Просто забыл. Ой. Так. Что такое, что я так много ошибок-то делаю? Вроде не так уж и много. Уже ошибки. Так. Стоять. Они поменяли. Так, хорошо. План Б. Просто копируем ссылку. Здесь. Так, потом пишем багет. Так, да, они просто поменяли. Так, ладно, это только здесь получается. Должно что-то поменяться. Пересы, релизы. Да-да-да. Сразу тогда поправлю, чтобы вам было удобненько.
Потом идем распаковывать. Распаковали. Потом это все аккуратно перемещаем и почищаем, что нужно. Лицензию принимаем. Опять что-то не так. Так. Внимательно смотрим, где по какой у нас пользователь. Я потому что дело в трапе. Потом это можно пользоваться и Vim, если кто-то вообще умеет им пользоваться. Многие я знаю, умеют. Так, потом. Ой, как тут выйти? Контрол вроде. Да. Это посмотрим, хоть сохранили. Да, не, и все правильно. Это. Активируем. И смотрим статус. Так, статус. Раннинг. Так. Все. Ключи посмотрим потом. Потому что нет, не нужно именно сейчас. Теперь порты. Так, переходим в нашу консоль. Здесь вроде. Подумать, погрузить. Security list. Здесь. Так. Добавляем правила. 0000000. Так, какой там порт? 9987. 987. Можно добавить описание. Маска нулевая. Какой порт? Три ноль. Ноль три ЛДП. Так, добавляем. Ой, так. Вовремя. Добавляем. Здесь мы все сделали. Снова бежим вводить команды. Успешно. Ой, успешно. Перезагружаем фаервол. Так, теперь TeamSpeak включение. Включить там. Так, айпишник, входим по айпишнику. Подключаемся. Ключ. Ключ. Подключили. Подключили, все работает, все работает, конечно. Почему не работает? Это было очевидно, что оно будет работать. Так, это главное там замазать. Что за думать? Йоп. Окей. Обвиняю. Ну, как-то так. Вот, собственно, последняя версия Linux.
Лицензии, да, нет, поэтому больше 32 участников вы не сможете. Ладно, сейчас, подождите. Ай, вот. Но при этом у вас полностью контроль над сервером. Все. Собственно, на этом все. Всем удачи, всем пока. Опять-таки, сейчас я быстро поправлю эту шпаргалку и вам ее, собственно, скину в описании. Вы сможете там посмотреть, все сделать и создать свой собственный сервер. А так, всем удачи и всем пока. Также я случайно забыл рассказать про то, что если вы захотите, например, подключаться к серверу Query, использовать TeamSpeak DNS или пользоваться WebQuery, вам обязательно понадобятся вот эти порты. Вот эти два, Voice и File Transfer, они обязательны. Поэтому вот такое маленькое микро дополнение, включение. А так все. Снова всем удачи, всем пока. И опять-таки забыл. Это GPR. Опять-таки, для тех, кто плохо разбирается, особенно в облаках, как это правильно говорить, скажу, что это называется Destination Port Range. Или, по-моему, исходящие, разрешенные исходящие порты. Теперь точно всем пока.